Традиционно в начале лета открытие ежегодного антинаркотического марафона «Здоровое поколение» Подмосковья собирает самую активную и талантливую молодежь со всех уголков Московской области. В этот день на территории Центра культуры и досуга «Мечта» прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей. А на площадке возле Дома молодежи спортсмены из Орехово-Зуево, Павловского посада, Дрезны, Ликино, Дулево и Домодедово соревновались в воркаут-баттлах. Центральным событием мероприятия стал флешмоб, организованный студией современного танца «Шарм». Продолжилось мероприятие в здании Центра «Мечта». На торжественном открытии марафона «Здоровое поколение Подмосковья» членов молодежных общественных организаций приветствовал руководитель администрации городского округа Евгений Борешевский. Мне действительно приятно открывать марафон на Ореховской земле, видеть в зале много знакомых глаз. Мы с вами, те, кто доказывает, что у нас молодежь талантливая, умная, спортивная, музыкальная, а значит, такая молодежь, которая ведет здоровый образ жизни. Открытие антинаркотического марафона «Здоровое поколение Подмосковья» в Орехово-Зуево дало старт профилактическим мероприятиям, которые пройдут по всей Московской области.